Там расставаться в эфире очень грустно, но здесь было хорошо. Мы увидели много важных для нас объектов, архитектурной ценности, культурной, духовной. Мы увидели ту атмосферу, на которой художники с упоением писали свои холсты. Я очень надеюсь, что мы еще вернемся к вам, если будет на новой воле более владыки. И хочу пожелать вам добра, света, жизни и любви. До новых встреч. Спасибо. Хотел бы сказать, что...